предлагается три типа завода. Первый, самый маленький, это 10 тонн в сутки по мусору, перерабатываемый. Второй тип – это 25 тонн в сутки. И третий тип – 60 тонн в сутки, самый большой. Если необходимы загрузки, то можно ставить две линии параллельно. Максимально поставить три параллельных линии, которые будут полностью вязаны в единый комплекс. В среднем, если рассматривать самый большой комплекс, 60 тонн в сутки, он будет перерабатывать где-то до 30 тысяч тонн мусора в год. Если рассматривать по количеству населения, то один человек в год где-то генерирует одну тонну мусора. Если мы ставим три параллельных установки, то это позволит обеспечить до 100-тысячному городу полностью переработку мусора.